У меня действительно была самая моя близкая подруга из Киева. И она училась в Москве в ГИТИСе. И вот мы с ней дружили, ну не просто дружили, мы с ней знали друг про друга все. И вдруг, значит, я звоню в 2014 году, я ей звоню 8 мая, у нее день рождения. Звоню, говорю: Свет, я тебя поздравляю. Ой, Натулечка, привет, родная, как я рада, что тебя слышать. А она мечтала вообще жить в Москве. И я спрашиваю, говорю: Света, ты когда в Москву приедешь? И вдруг происходит какой-то такой щелк, как будто щелчок. Она говорит: никогда в жизни я в эту проклятую страну не приеду. Я говорю: не поняла. Если ты хочешь со мной увидеться, можем встретиться с тобой в Европе. И я понимаю, что все –